Всем привет, вы на канале «Стройгарант Анапа». Вот сегодня у нас очередной отзыв в станице Гастагаевской. Хорошие, приятные люди взяли у нас дом где-то полгода, да, уже? Да, где-то полгода. Ну, давайте познакомимся. Вот Александр. Константин. Мария. Очень приятно. Вот такой вопрос. Вы молодые, сюда едут много очень пенсионеров. Вот вы с какого города? Из Сыктывкара. Из Сыктывкара. Вот что поспособствовало переезду? Ну, у нас, во-первых, родители здесь в Анапе живут, уже пожилые, за ними надо было присматривать. Ну и второе немаловажное значение, что нам в тепло захотелось, в хороший, приятный климат. Солнце, нам очень не хватало солнца, поэтому мы решили перебраться тоже вслед за родителями. Они долго нас уговаривали, они гораздо раньше. Ну, да, отдыхали, наверное, до этого в Анапе, то есть, в принципе, знакомы с Анапой. Да. Мы ездили присматривать сюда дома. Ну да, 14, да, давно уже искали дома, похоже, где-то с 14 года присматривались, даже экопоселение рассматривали, возможность размещения, но ввиду того, что мы очень сильно привязаны к электричеству, поэтому мы смогли выбрать экопоселение. Не жалеете? Нет. Когда тут 1 сентября было 37 градусов плюс, это прям первый раз в жизни, это прям так, ух. Ну, конечно, 1 сентября для нас пока это не праздник, потому что у нас школьников уже нету, но, тем не менее, это прям разрыв шаблона так лично для меня. А почему именно Гастагаевская? Много же станиц есть, и Анапа, в конце концов. Вопрос цены или все-таки конкретно выбирали? Ну, у нас, мы рассматриваем все близлежащие станицы, Юровку, Варениковскую, Адагову, мы даже дальше станицы мы рассматривали, и на Тухаевскую тоже рассматривали. Мы даже подумывали съездить в Баракаевскую, в Мостовской район, но это уж больно далеко для нас. Ну, так как у нас супруга Маша занимается профессиональным изготовлением тортов на заказ. Ну, тут надо паузу взять. Вот кто переедет в Анапу, обращайтесь к Марии. Торты очень вкусные, верю, и как-нибудь закажу. Договорились, ловлю вас на слове. Да, мы просто не думали, что будет сегодня интервью вот так вот за столом, думали просто по улице, поэтому можно было, Маша бы тогда и продемонстрировать. Да. Просто, да я бы сам знал, я бы заказал, мы бы вместе попробовали. Мы бы заместили тебе заказ. Ну, поэтому мы оценили все станицы, и Гастагаевская нам больше всего понравилась. Именно уникальное географическое положение Гастагаевской относительно ближайших населенных пунктов. Это и транспортная доступность до Анапы, и Новороссийска, и станица очень зеленая и приятная. И просто, вот, как говорится, мы ездили по разным станицам и оценивали, как душа откликается. Да? Ну да, да. Наши, не наши. Да, и сколько раз не взвешивали, сколько станиц не исследовали, окончательно решили, что да, это будет Гастагаевская, и начали искать. Короче, внутренний голос. Ну да, но здесь еще такая, ну, инфраструктура здесь развита, ну, да. Все, что надо, есть. Да, да. Даже при том, что мы живем как бы сейчас на окраине, да, ну, в окраине, да. В принципе, здесь все доступно, хочешь... кафе, хочешь рынок, хочешь школа, хочешь садик, больница, даже больница, ну, слава богу, как бы, фу, не приходилось, но это тоже радует. А вот, ну, много же застройщиков здесь есть, почему выбрали именно «Стройгарант Анапа»? Ой, это был очень сложный выбор, достаточно. Я говорю, что с 2014 года мониторили, сидя дома через интернет все смотрели, и «Стройгарант Анапа» была одна из древнейших, если можно так сказать, строительных компаний в станице. Крупная, надежная, качественно строит, даже имеется своя система технадзора, сотрудник по технадзору. Отзывы других людей, которые уже строили даже ваши компании, тоже сыграли немаловажную роль. Вот. Ну и участок тот, который мы подыскивали, такой спецификой, потому что мы такие, ну, нестандартный подход, у нас участок, нам нужно было как раз окраина станицы с большим участком, с прекрасными видами. И вот такой участок мы нашли только в Стройгарант. У вас какой проект? 110-й. И соток сколько? 10 соток. 10, да? 10 сколько соток, вышел дом под ключ с участком? 4 900.
с отделкой совсем. Да, с отделкой, это самое главное, это прям, это бальзам на душу, потому что я боялась, что если мы начнем строить сами и делать ремонт, мы убиваем друг друга. Да? Ну да. И... Да ладно, бесконечность, главное остаться в браке, да, да. Сохранить семью. И мы, я дома делал тоже в квартире в Анапе отделку. И, ну, жена, конечно, больше права выбора, да, ну, высший разум все-таки. И когда я увидел, то есть, какие краски она там плинтуса выбрала, одна стенка темно-зеленая, в детской синяя, розовые плинтуса, я думаю просто, боже мой, зачем я решился вообще на это? А потом, когда конечный результат увидел, мне очень понравилось, прям очень понравилось. Женщины, они в целом, да, картину быстро, да, видят, как бы, и вот, вот, да, мы это все так... В общем, а вы детали именно. Да. Помнил? Опять запомнил. Проговорил, да? Спасибо. Ценю. Не, ну здесь отделка мне прям вот прям легло. То есть я вот не люблю. А вы сами выбирали, перебью, или. Нет, это было уже готовы полностью, да, и вам понравилось. Да. Так, еще один. Главный участник. Обед пришел. А, это обед. Да. Все, я тогда. Я угощаю. С кофе. Я угощаю. Мать торт не испекла, но хоть ребенок картошку. Да, вот такие примерно будут тортики, только в реальном времени. На картошечку. Садись, сиди. Вот, и прям цвета, прям вот это не кричащее, я вот не люблю. Вот это вырви глаз зеленый, розовый там и какой-нибудь там оранжевые цветы какие-нибудь. А здесь прям... Да, все прям удачно. Нейтрально, в светлых тонах. Да. А какие-то нюансы были, ну, после уже сдачи дома, там окна не отвалились, ламинат не сдулся? Нет, все хорошо. Все нормально. Пока нет. Ну, нам сказали, что компания на связи, прораб наш на связи. Такой тоже момент. Вы полностью сразу рассчитались или какую-то рассрочку предоставила компания? Нет, мы рассрочкой обязательно пользовались, потому что, да, сложно переехать. То есть мы не миллионеры, а обыкновенные люди. Поэтому нам нужно было продать свою квартиру и дачу. Вот, и для этого нам нужна была рассрочка, конечно. И вот в апреле я приезжал в период легких послаблений коронавируса, карантинных мероприятий. Вот, в этот период подобрал участок, внес первый взнос, первую часть, там 1,5 миллиона, по-моему, мы заплатили. Вот, и договорились о том, что, да, в течение там до 31 августа мы должны были проплатить оставшуюся часть. Ну, это вот так, уважаемые подписчики, около 90% клиентов рассчитываются вот таким образом. Мало у кого есть, сразу снял, приехал за наличку, рассчитался. Обычно это происходит, вот у нас в компании предусмотрена сделка от 500 тысяч рублей. То есть 500 тысяч внес, мы делаем договор, уже даже начинаем строить, не дожидаясь ваших средств, а вы спокойно продаете свою недвижимость. 3 месяца, полгода, то есть у нас вообще до года предусмотрена рассрочка. Но если платежи 500 сейчас и вся сумма в конце, то тут, ну, в договоре мы прописываем, что если материалы подорожают, то будет удорожание. Поэтому, да, конечно, выгоднее сразу рассчитаться. Но если равномерно график платежей составляем, то не будет никакого удорожания. Это вот плюс, я считаю, в нашей компании. Да, это очень удобно. Это позволяет спокойно продать свою недвижимость. Времени достаточно. Да. Ну, правда, разумно надо подходить, потому что, да, можно продавать бесконечно долго. Да, да. Если рыночную цену ставить, то, да, в принципе, за 3 месяца можно продать. Так все специалисты говорят. Да. Константин, вот вы достаточно молодой еще. С работой, вот как говорят в Анапе, там работы нет, вы будете вот сейчас устраиваться же, как думаете, найдете? Я думаю, что да. Был бы человек, было бы желание работать, а работа найдется. Да, я тоже так считаю. Тем более... Главное, чтобы запросы соответствовали, да, ожиданиям. Понятно, что это не мегаполис, где очень много возможностей трудоустройства. Но, тем не менее, принимая во внимание обстоятельства, да, где мы и как живем, то есть можно вполне. Пожелания вот нашим подписчикам, там, о нашей компании можете сказать, чтобы они не боялись переехать, там, что Анапа это не такая уж и страшная, там, безработная деревня, там, и так далее. Иногда блогеры такое пишут, такое снимают, думаешь, это вообще они об этом городе говорят или нет? Я вот здесь год живу и тоже никогда не хочу уехать.
И желаю только, чтобы все сюда переезжали. В плане климата однозначно переезжайте. Переезжайте, подписчики, переезжайте. Здесь классно, здесь тепло и замечательно. В плане домов, застройщик строит большое количество домов, у вас будет из чего выбрать. В плане работы, ну что сказать, я умываю руки, но тем не менее, работы, я думаю, что бюджетная сфера никуда не делась. Услуги тоже. Услуги. Здесь Анапа – это сплошной сервис. В сервисе всегда, это не всегда уборщицы, то есть не обязательно уборщицы, да, там еще кто-то. То есть здесь вся сфера обслуживания даже круглогодичная. Да, да. Я тоже думаю, здесь вот только там месяца 3-4-5 даже там дома будут продавать круглый год. Просто круглый год. Люди едут и едут, и рассматривают, и звонят. Так все прям идет хорошо. Ну, здесь да, много очень, вот мы с 2014 года присматривались, подбирали дома, места, где мы могли бы обосноваться. И я просто вижу, как на глазах меняется Анапа. Анапа, да. Гастагаевская вообще, в особенности Гастагаевская, дикими темпами развивается в лучшую сторону. Да. И поэтому перспективы у Анапы очень большие. Поэтому, глядя на это все, мы как бы решили сюда, с одной стороны, тяжело переезжать с насиженного места, где остаются все друзья, часть родственников. Вот. Но с другой стороны, ради лучшего климата, ради ребенка и самим хочется в тепле пожить. Да, мы согласен. Да, решились и переехать. Здесь всегда солнышко, всегда на позитиве. Дождь бывает редко, но метко, правда. Да. Вот, поэтому тоже есть специфика выбора участка. Вот дожди, когда были проливные, сильно, топило участок. Нас миновало. У нас даже вот был когда очень большой ливень. Дальние соседи по улице, они, да, пострадали, там немного сель сошел с гор. Ну, только потому, что здесь возделывать начали виноградники, свежие виноградники посадили, и там сель сошел. Нас это не коснулось, слава богу, в этот момент. Поэтому все в порядке, все хорошо. Но у нас и в принципе, так как директор сам местный, он знает здесь все улицы, все районы, и он лично, когда вопрос стоит о приобретении какого-то участка, он лично смотрит, и он знает, какие улицы топят, какие не топят. То есть он лично выбирает, и не стыдно продавать такие участки. Самое странное, что достаточно тяжело самому определить, какой участок будет подтапливаться. Конечно, конечно. Потому что я сколько смотрел блогеров, сколько читал информации. И вот даже сейчас мы проезжали, в разное время года мы проезжали по станицам. Есть тут один блогер, которого затопило. Очень сильно его участок смыло. Но вот мы проезжали недалеко от него, и я бы не предположил, что его огород вообще мог бы пострадать от сильного. Видимо, про Анапу плохо снимал ролики. Не что посеешь, то и пожнешь. Возможно, да. Карма настигла. А я вот помню, это не вы случайно звонили, когда дожди прошли, чтобы мы съездили и засняли ваш участок? Да, мы как раз... Я помню вот этот момент. Мы собирались уже ехать, через два дня надо было нам выезжать, мы смотрим, один из блогеров снимает, что очень сильно подтопило. Я вот прям только сейчас вспомнил, что кто-то, потому что столько людей, Мы сидим на чемоданах, смотрим этот видеоролик, глаза большие, 10 часов вечера. Так, куда ты нас везешь? Я Юлии пишу в WhatsApp, говорю, Юля, если еще не поздно. Это потому, что менеджер и в 10 вечера на связи, если нужно. Юлия тут же перезвонила, говорит, слушайте, я говорю, вроде все тихо, спокойно, Юлия сама живет в станице. Да, все. Она говорит, я в любом случае прямо сейчас поеду и съезжу. Я действительно приехал, через 15 минут перезванивает, говорит, все в порядке, все хорошо, вас как бы не коснулось, все замечательно. Юлия отдельно благодарна. Это вы с Юлей, а я еще кому-то снимал, потому что я помню, я лично ездил, снимал тоже. И тоже не затопило. Но я говорю, это плюс огромный, что директор лично принимает участие. Мы-то берем, если в Гастагаевской, точечно. Да и в принципе все поселки, у нас и Жемчужина, и Звездный, и Встречный сейчас брали, реально очень много внимания уделяется участку, чтобы не было проблем с документами, чтобы эти природные явления какие-то не влияли на продажу потом, потому что это нам продавать, нам потом людей утешать, как-то аргументировать это. Где топит, там и цена должна быть, 20 тысяч рублей за участок. Большое спасибо, все понятно. Все честно сказали. Поэтому подписчики, смотрите. Если надо, в Гастагаевской
приезжайте к Константину с Марией, они вам посоветуют, расскажут что-то, может быть, не на камеру, там, это мы открыты, не боимся этого, это все не за деньги, это все... Даже без торта? Да. Поэтому подписывайтесь, смотрите нас, рекомендуйте. Всем удачи, всем пока.